изразя моята, нашата най-искрена благодарност към всички, с чиято помощ и подкрепа се реализира този концерт. Както казах, Национално движение Русофили, господата Диан Тойнов, Общински съвет на град Сопот, Винарска изба Сопот в лицето на господин Точо Шиков, Книжарница Елф в лицето на Родослав Шашев, едноличен търговец Иван Белизирев и цветарски магазин Орхидея. И всички вие дошли да се докоснете до руската душа чрез песните на Наталия Старокина. Давам думата първо на един от хората, помогнали за това мероприятие и присъстващ в залата, Диан Тойнов, Общински съвет на град Сопот. Здравейте! Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател на клуб на Русофили, община Сопот, уважаема госпожо Сарокина, се надявам да излезете съвсем скоро, уважаеми съграждани и гости на днешното мероприятие, за мен преди всичко това мероприятие означава много. Като човек, който ценя високо руската нация, днес съм дошъл тук първо като гражданин и второ като общински съветник. Защото смятам, че българо-руските отношения трябва да се поддържат. За мен е изключителна чест, че в днешния ден ние имаме възможността да се докоснем до руското изкуство. Имаме възможността на Сопот да гостува една голяма, известна руска певица. Защото смятам, че преди всичко историята трябва да се помни, традициите трябва да се поддържат. Ние живеем в район, в който специално нашия регион, от Клисура до Казанлък, всички знаете, че тук са загинали стотици руски войни. Начело с техния генерал, генерал Карцов, който е преминал през Сопот, дава живот си за България и същевременно е умрял, за да живеем ние днес по-добре. Не знам колко хора ще оценят всички тези неща. Живеем в време, в което мозъците на хората се промиват изкуствено, историята се изобличава. Не бива. Ние трябва да поддържаме историята. Аз вярвам, че днешното посещение на госпожа Сарокина лично за мен говори много, както за българската нация, така и за гражданите на община Сопот. Аз смятам, че днеска ние заедно ще положим основите на новото начало на българско-руските отношения между България и Русия, на община Сопот и Русия. И вярвам, че с цялото си сърце и душа госпожа Сарокина, която уважавам и радвам се, че днес имам честа да се запозная с нея и да я видя на живо, вярвам, че с нея ще продължим да пазим традицията жива. Надявам се тя да ни посещава по-често и за бъдещ период от време и да направим така, че и двете нации да се чувстваме горди, да си помагаме и да върнем историята такава, каквато беше в действителност. Благодаря ви, пожелавам на госпожа Сарокина да бъде жива и здрава и да остане с добри впечатления от нашия град. Благодаря ви, на вас желая приятни минути на изпълнение. Благодаря на останалите помогнали за това мероприятие, а сега да се насладим на хубавата музика в изпълнение на Наталия Сарокина.
добрий вечір. Отново е лято, отново аз съм в България. Срещи с нови и стари приятели. Незабравими спомени. Чрез моите песни оставям сърцето си в България и относам топлина и любов в Санкт-Петербург. Теперь я надеюсь, вы разрешите мне говорить по-русски. Надеюсь, мы друг друга поймем. Я начну свое выступление с песни, которую всегда исполняет Лилия Иванова. Вы любите Лилию Иванову? О, мы тоже в Санкт-Петербурге очень любим. Настолько любим, что один наш воин, русский воин, ВДВшник, знаете, что такое ВДВ? Да? Военно-воздушный десант. Вот у нас... Мальчики из военно-воздушного десанта пишут песни. И специально для Лилии Ивановой. Эта песня называется «Здравствуй, Невский, здравствуй, Кировский». Она всегда ее поет, когда к нам приезжает, поэтому я ее пою. Здороваюсь с вами. Здравствуй, Невский, здравствуй, Кировский, здравствуй, город Сопот. Здравствуй, Невский, здравствуй, Невский.
На меня к вам привели дороги. Дороги России и Болгарии. В свое время эти дороги были военными и вели нас к победе. Поэтому мне хочется напомнить о том, что этот год – год 70-летия победы в Великой Отечественной войне над фашизмом. Итак, вспомним дороги. Наши фильмы. Ну, например, такой, как «Варшавская гора», «Варшавский вокзал», знаете? Но кто не знает, пусть учит. Заводи. «Варшавская гора» будет попозже, а сейчас опять про дороги. Теплый ветер дует, развезло дороги, и на южном фронте он теперь опять тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.
хозяин, звезды Черноморья будут нам сиять, славную Кахон, город Николая, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать, а в огнях жарища, а друзья, товарищи, где-нибудь, когда-нибудь мы будем по одной, а, по одной можно, товарищ мой. А когда не будет фашистов и в помине, и к своим любимым мы придем опять, вспомним, как назад шли по Украине, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях, о друзьях. И только мы плечо к плечу растаем землю ту. Горит и кружится над небом, над нашей родиной дым. А значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы ценой не постоим. Одна на всех, мы ценой не постоим. Только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Сверкает красная ракета, и от пулемета не утомим, а значит, нам нужна одна победа. Десятый наш десантный батальон!
Спасибо. Ну, на фронтах войны были веселые песни. Вот одну из таких веселых песен я сейчас хочу исполнить. Вообще, по первому образованию я журналистка. И военные корреспонденты, вы знаете, они вот сейчас тоже на фронте погибают. И тогда они тоже были на передовой. И один из наших известных писателей, Константин Симонов, он, конечно, был военным корреспондентом, он написал на песне вот такую, на фронте вот такую песню про военных корреспондентов. Борис, музыку. Нон-стоп. От Москвы до Бреста нет пустого места, где бы ни впитались мы вплыли. Среди блокнотов, а твой с пулеметом, сквозь огонь и воду мы прошли. Без глотка выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших в огонью. Выпить есть нам повод за военный провод, за У-2, за Н-ку, за как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. Поночуйте, с нашей поворотки подневый ход. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не смущались у них тогда. И кафедра, и с одним наградом первыми врывались в города. Перейдем к мирным песням, потому что мы благодарны нашим отцам и дедам за победу, за то, что сейчас сияет над нами мирное небо. И пусть оно сияет как можно дольше. А я подумала, что вам спеть такое мирное. Ну, давайте начнем с морской тематики. Я родилась в морской столице, в Санкт-Петербурге. Мало того, я внучка адмирала, да, это действительно так. А у вас здесь горы, лес. И думаю, как же мне совместить это? Нашла песню, в которой это все содержится. Как в Болгарии. Болгария – это кусочек рая, где есть все. Море, солнце, горы, реки. Все, что в одной стране, по-моему, нигде в мире, кроме Болгарии, не помещается. Итак, песня специально для Болгарии, где есть все. Yeah.
Спасибо. А сейчас я хочу вам рассказать, как поступают настоящие морячки, как провожают пароходы. Но у вас моря нет, но вы, конечно, все были на море, Болгария, морская столица. К вам весь мир приезжает на побережье отдыхать. Но сейчас шторм у вас на море, я слышала. Мне передали сводку погоды. Я всегда в курсе. Поэтому с пароходами надо быть осторожным, надо уметь их провожать. И сейчас, кто не знает, будет учиться. А кто знает, тот будет их учить. Вместе с этой песней, которая из репертуара великолепного певца Эдуарда Анатольевича Хиля. Знаете его? Отлично. Тогда спасибо. Очень и весело на корабле, да? Вот опять же, исходим из того, что сегодня поступила информация, что вы знаете хорошо наши фильмы. А что вы смеетесь? Разве вы не знаете остров «Бриллиантовая рука»? Знаете? А песню про остров невезения знаете? Тогда поем. Поехали. Ведь
есть покрытый зеленью, абсолютно весь остров невезения. В океане есть остров невезения, в океане есть весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари, чтоб по ней не бегать, не его дела. Ведь на понедельник мама не дела. Ведь на понедельник мама не дела. Чтоб по ней не бегать, не его дела. Крокодил не молится, не растет кокос. Плачет Богу молится, не жалеет слез. Плачет Богу молится, не жалеет слез. Крокодил не молится, не растет кокос. Да, вроде не бездельники, и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники, и могли бы решить. Да, как разум на острове некогда моря. Ревенциальные взрослые пропадают зря. Ревенциальные взрослые пропадают зря. Как разум на острове некогда. По такому случаю с ночи до зари. Плачные несучие люди дикари. И рыдают пенки, и клюют беду. День какой неведом, ни в каком году. Значит, наш корабль все-таки хотя бы на необитаемый остров, но нас довез. Не то что «Титаник». Да? А поэтому мы, ощутив твердь, поняли, что существуют не только корабли, но и поезда. И опять же пришла информация. И мы ее учли для того, чтобы спеть вам песню из национального, являющейся национальной гордостью фильма, который показывают у нас каждый раз под Новый год. Как он называется? Совершенно верно. Вот, но песня будет не про их там взаимоотношения, а про то, как на Тихорецкую состав отправиться. Споем? Давайте. Вот нет, так, стоп. Стоп. Небольшая ошибочка. Ладно, чтобы не очень озадачивать нашего звукорежиссера, мы сейчас споем про студентов, песню, которая сейчас начала звучать. Она тоже веселая. Ну, студентам же надо как-то добираться до института с необитаемого острова. Вот сначала споем о них, а потом про то, как они это делают. Итак, шагает парень. Поддержим студентов, им так тяжело. Качает. Задний ветер балерина голову. Шагает. Веселый парень пенни встает. Листает. Учитель физики листает на ходу. Не знает. Каждый мудр и след за ним идет. Пройдет листопад по потом снегопад. Почки, как свечи, на ветках зажглись. Но
скоро. Тихорецкую состав отправится, закончит тронуться перрон, останется стена кирпичная, часы в ознание, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печаль. Щедрый выбор в купе умещи, промой брошенное и настоящее. Сейчас будет мой любимый фильм. Только попробуйте его не узнать. Как он называется? Иван Васильевич. Что делает? Меняет профессию! Да. Мне всем вам хочется, и студентам, и тем, кто на необитаемом острове, и тем, кто на пароходах, и тем, кто в море, и тем, кто в тайге, всем пожелать счастья. Жизнь.
зря, не напрасно было. Вот, уже первый цветок в венке есть, первые цветы. Есть такая песня, вы тоже ее должны знать. Она, правда, не из кинофильма, но ее пела наша известная певица Эдита Пьеха. Эта песня посвящена вашему, ну, у вас же все есть, вашей прекрасной реке Дунав. И называется она «Венок Дуная». Ну, я думаю, сегодня после концерта можно будет сплести венок, потому что это венок славянской дружбы. Это высокая правительственная награда.
А есть еще одно звание, которое имеет свою историю. Вот в старину русским исполнительницам романса, которые пели цыганские песни и романсы с тем же надрывом, что и настоящие генетические цыгане, ведь они поют красиво, знаете, им давали такой неофициальный титул «Белая цыганка». И я услышала эту легенду, мне очень понравилась она. И поскольку я приехала в город, где родился великий болгарский поэт Иван Вазов, мне хочется немножечко быть к этому причастной, потому что стихи и музыку этой песни написала я. И я думаю, вы меня поддержите, может быть, она вам понравится. Итак, «Белая цыганка». Сига!
Дорогая, что ты приехал. Спасибо большое. Спасибо. Вот такие друзья. Это воистину русско-болгарская дружба. Спасибо. Спасибо. А вот он, вот венок Дуная. Ой, вы приехали. Спасибо. Спасибо. Но вы знаете, мы просто обязаны вместе спеть. Обязаны. Вот, уже вечер наступил. Какую же песню спеть? Какая дилемма? Вот чтобы вы и я знал, просто вот такой вопрос сложный, а? Какую же песню вечером спеть? Под Москву? Совершенно верно! А кто запоет? Ну ладно, раз вы мне доверяете, я во имя нашей дружбы начну петь, а вы подпевайте. Хорошо? Только в сичку. И няма почивка. Гуляма песня. Все куплеты. А вы все куплеты знаете? Да, сейчас я проверю. Не слышны саду даже шорохи. Правду говорите? Все заметнее.
Новые приятели, скопы, друзья, спасибо, что пришли сегодня. Значит, вы верите, что наша дружба между Россией и Болгарией, она нерушима. Я в это верить буду всегда. Спасибо вам и до новых встреч! Всегда доктор Софила. Спасибо большое. Я буду говорить по-русски. Я хочу вам поблагодарить за очень красивую музыку. И большой привет моему любимому городу. Несите лично от меня.
И я вас жду еще раз сюда. Приехав к нам и обрадовав нас снова. Спасибо большое. Спасибо всем.